вторую серию шоу «Замуж за Бузову» покажут на телеканале ТНТ 2 сентября 2017 года. По сюжету она проходила в Венеции, одном из самых романтичных городов мира. И как все поклонники Ольги Бузовой знают, Италия – это ее любимая страна. Чтобы попасть на индивидуальное свидание с Ольгой Бузовой, участнику необходимо победить в соревновании, которое представляет из себя конкурсы на физическую выносливость, ловкость, остроумие, наличие талантов и находчивость участников. Во второй серии мужчины сражались за право на первое свидание с Ольгой Бузовой. Плыли на скорости на маленьких гондолах. Правда, итогами соревнований Ольга не была довольна. «Первое свидание в итоге выигрывает человек, с которым я бы меньше всего хотела на него пойти», – прокомментировала Ольга. Речь шла об одном из братьев Наумовых – Андрея. Свидание началось отлично, однако к концу Андрей испортил о себе впечатление. Как сказала Ольга, ей хотелось убежать. На церемонии Ольга Бузова поставила Сергея и Андрея перед выбором. Молодые люди должны были решить сами, кто из них останется. Братья стали уступать девушку друг другу, чем ввели ее в истерику. На что у Ольги прозвучал логичный вопрос: «Зачем тогда ты сюда приперся?», который она адресовала одному из братьев. На самом деле Ольга просто проверяла их и ожидала услышать, что оба хотят бороться за нее. В конце концов, мужчины растерялись и не знали, что им делать. Ольга потребовала от Сергея сдержать слово, тем самым отправив его домой. Так, бывший молодой человек Дарья Клюкиной покинул шоу «Замуж за Бузову» уже во второй серии. Его брат Андрей Наумов пока продолжает бороться за сердце главной российской холостячки Ольги Бузовой. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!